Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Еще в мае этого года я показывал вам этот твит MM Crypto. Что вы можете увидеть на этом глобальном графике биткоина? Это повторяющиеся паттерны для каждого халвинга в 2012, 2016 и теперь уже в 2020 году. Если история повторится, то мы увидим повторение предыдущих движений сейчас. И хотя многие сегодня говорят, что биткоин пойдет на 5000 долларов, на 7000 долларов. Ребята, по моему мнению, весь 2021 год станет очень бычьим для биткоина. Как вы видите, в мае этот график еще находился в пределах треугольника. Давайте перейдем на график биткоина сегодня. Весной я уже показывал вам эти паттерны, и возможно кто-то из вас их и запомнил. И с тех пор эти паттерны я никак не менял. Все эти 4 месяца они оставались на своих местах, и это самое интересное. Давайте увеличим халвинговый цикл, в котором мы сейчас находимся. И посмотрите на это. Цена биткоина вышла за пределы этого треугольника, а недавнее падение оказалось ретестом этой главной линии сопротивления. И как же красиво месячная свеча от него отскочила. И еще раз напоминаю, 4 месяца я никак не трогал эти паттерны, они остаются такими же, какими я их нарисовал в мае. И как красиво отскочила месячная свеча, прямо глаз радуется. Главный вопрос, которые сейчас задают, увидим ли мы подтверждение этого ретеста и дальнейший рост? Или все-таки цена биткоина обязана продолжить падение до нижней границы фигуры, чтобы отскочить уже оттуда? Но прежде чем мы ответим на этот и другие не менее важные и интересные вопросы, я попрошу вас поставить лайк под это видео. Для вас 2 секунды и 2 клика для меня очень приятно. Плюс канал развивается лучше, если вы проявляете активность. Больше комментариев, больше лайков, больше репостов. В конце концов, давайте наберем 3000 лайков под этим видео и хотя бы 500 комментариев. Пишите все, что угодно. На самом деле, если мы посмотрим предыдущие ситуации, то увидим некую закономерность. Мы видели дно медвежьего рынка, затем второе дно, после чего был рост, заканчивающийся коррекцией. И уже после этого последнего падения биткоин переходил в рост до следующего исторического пика. Такая же история была и во втором халвинге. Дно медвежьего рынка, второе дно, рост, коррекция. И уже после коррекции мы наблюдали булран до нового исторического пика. И как мы видим в предыдущих случаях, что в первом халвинге, что во втором, коррекционное движение биткоина перед прорывом всегда возвращалось к нижней границе треугольника. Но в этот раз ситуация немного другая, ведь свеча уже вышла за пределы треугольника. Поэтому давайте попробуем разобраться, пойдет ли она ниже или все-таки наконец отскочит вверх. Лично для меня тот факт, что месячная свеча отскочила от такой важной глобальной линии глобального паттерна, сам по себе является очень бычьим и позитивным. Я хочу обратить ваше внимание на то, что цена биткоина никогда больше не возвращалась к прежним отметкам после того, как вырывалась из такого глобального треугольника. Вот, посмотрите, я обозначил уровни выхода из цикличных треугольников красными горизонтальными линиями. По факту, моменты выхода из треугольника оказались последним шансом купить биткоин по тем ценам. С тех пор больше никогда биткоин не возвращался к таким ценам даже после самых брутальных медвежьих рынков. Так было в цикле первого халвинга, так было в цикле второго халвинга, и так, смею предположить, будет и в цикле третьего халвинга. Когда я говорю, что вам стоит подготовиться к тому, что вы больше никогда не увидите таких цен, я не имею в виду, что биткоин не может прямо сейчас провалиться ниже 10 000 долларов. Более того, я даже сам предполагаю, что увидеть биткоин за 9 000 мы можем в ближайшем времени, и в этом видео я покажу вам почему. Давайте разберем ближе один из халвинговых циклов биткоина. Вот, например, этот с 2012 по 2016. Как мы видим, многие месяцы биткоин болтался вокруг отметок в 250 долларов на дне медвежьего рынка. Многие люди говорили тогда, что он упадет еще ниже этих цен, но в итоге биткоин
биткоин вырос приблизительно до $500 за монету. Не без помощи синдрома упущенной выгоды, но все-таки. После роста цена немного откатилась. Люди снова подумали, давайте-ка подождем, когда он снова будет стоить $250, а то $400 что-то слишком дорого. Проходит месяц, и биткоин резко вырос до $700, и затем цена снова начинает откатываться вниз. В этот момент люди подумали, давайте теперь подождем $400, и тогда точно покупаем, а то $700 слишком дорого. Но ведь перед этим у них были месяцы, когда можно было купить за $250. Месяцы, когда цена была $400. Но они не купили. Как мы видим на графике, чем ближе биткоин находится к выходу из треугольника, тем быстрее происходят процессы на рынке. Все ускоряется. В чем соль? Соль в том, что чем ближе развязка, тем быстрее все происходит. У нас есть долгие месяцы внизу. После первого рывка уже несколько месяцев. После следующего еще меньше месяцев. И как только происходит прорыв, все ускоряется так, что многие уже просто не успевают за этим. Поэтому, когда я говорю, что приготовьтесь не увидеть такие цены, я не имею в виду, что на краткосроке биткоин не упадет до 9, 8 или 7 тысяч долларов. Я имею в виду, что сейчас все эти процессы будут происходить так быстро, что многие из вас просто не успеют. $3000 вот здесь, $4000 вот здесь, во время мартовского падения. Все эти цены уже в прошлом. И знаете что, когда биткоин находился у таких отметок $3000-4000, я показал этот провал и сказал, что таких цен больше не будет. С тех пор даже пандемический кризис не дотянул цены до этих отметок. И наконец вернемся к главному ответу на вопрос, удержится ли этот уровень и не пробьет ли его цена биткоина вниз. Я хочу показать вам то, что намекает нам на дальнейшее падение, на очень краткосрочной перспективе. Это может случиться уже до понедельника, 14 сентября 2020 года. Ведь именно тогда заканчивается нисходящий треугольник, в котором сейчас находится биткоин на 4-часовом графике. Как мы видим на канале Do It Yourself Investing, у нас есть диапазон, который он обозначил зеленым боксом. Это диапазон, который обозначает CME Gap на $9600. Цена биткоина вполне может сходить туда и уже потом продолжить рост. Это видео очень длинное, 33 минуты, но я скажу его суть в нескольких словах. Это большой шанс на покупку биткоина за $9600, который, скорее всего, в будущем уже никогда не повторится. Но есть уточнение с моей стороны и к этому прогнозу. Дело в том, что сейчас подавляющее большинство людей почему-то настроены на то, что гэп в $9600 будет закрыт. Обычно рынок делает то, чего никто не ожидает. Я уверен, на уровне $9600 расставлено очень много ордеров на покупку от множества трейдеров, которые уверены в закрытии этого гэпа. Это, кстати, подтверждается показаниями VPVR. Как вы видите, в районе CME гэпа там очень большая поддержка, самая большая из всех, которые есть. Рынок, скорее всего, не захочет дать возможность заработать всем этим трейдерам, а скорее даже наоборот. Поэтому у нас есть два сценария. Либо мы все-таки закрываем этот гэп и затем цена разворачивается, либо она разворачивается прямо сейчас. Но меня, как долгосрочного инвестора, все эти движения на краткосроке очень мало волнуют. Я здесь не ради этого, а ради фундаментальных причин. Ведь, как пишет Карл Земун у себя в Твиттере, биткоин – это цифровое золото, потому что он дефицитен. Биткоин – это цифровые деньги, потому что это твердая валюта, не подверженная искусственной инфляции. Биткоин – это цифровой дефицит, потому что предложение ограничено и существует спрос на это предложение. Мы говорили о том, что обеспечивает ценность биткоина вчера. Фиксированное количество монет и спрос на эти монеты. Это и есть формула дефицита биткоина. И, наконец, биткоин – это цифровая свобода. Ведь это единственная вещь за всю историю человечества, которую не нужно прятать, когда переезжаешь за границу, например. Никто не конфискует ваши биткоины, пока только в вашей голове есть ваш приватный ключ из ваших 12 слов. Просто вдумайтесь в это. Это
звучит фантастически, но теперь это реальность. Все ваше богатство находится в ваших мозгах. И в переносном смысле, и теперь уже в буквальном. Не забывайте, что биткоин это не просто какой-то актив. Это технология. Это даже больше, чем технология. Биткоин – это деньги. И это уже не просто мое мнение. Это решение Соединенных Штатов Америки, о чем я когда-то снимал видео. А если вы такое видео пропустили, значит вам нужно подписаться и нажать на колокольчик. Тогда будете в курсе. На этом все. Видео получилось немного агрессивным, но когда речь идет о том, что такое биткоин и почему это важно, меня немного заносит. Практически как Макса Кайзера в дебатах с Питером Шифом. Биткоин is an instrument, it's a financial instrument in that regard. And regardless of the price action or the move in the price action, there'll be people perceive it in good value. What is the value proposition of Bitcoin? It fulfills all the four major categories under Aristotle's proposition for good money. What is value? It's the portability, divisibility, fungibility, and scarcity and desirability. It fulfills all those characteristics. I would debate the scarcity, but it doesn't have any real... Money must be a commodity in and of itself before it's money. It must have actual use. No, it's not. It is. Okay, so you tell me, what can you do with your bitcoins right now? Sound. What? I have a Bitcoin debit card. I can go anywhere in the world and buy stuff. No, but that's not spending it. If, that's right. What can you do? But Peter, I believe I can secure immutably for all time in history data on a blockchain. No. The Bitcoin is the biggest blockchain in the world. You don't need every 10 minutes to it's totally verified. No, yes, no. You do. You can, because otherwise you have the ability of others to come in and change that database. Databases, no. You can have any database product and come along and secure data, but it's not immutable and it's not stored. No, it has to have secure because of the technology of proof of work. It has to have an actual every 10 use. Minutes. Apart from its securing use, data is useful. Securing what data are you securing? Any data that you would what want. What data are you securing? Financial data, mortgage data. But on your personal data, if I have one, my Bitcoin, birth no. certificate, my no. personal data, my verification of but who I am. Need, so I don't need Equifax don't to need, sell my data and lose my data and fuck my data. I can have my data on a private either. Key and say this is me. It's immutable. It's every 10 yes, minutes. It's verified. But, that's who I Max, am. Give me my fucking Max, money. You don't need Bitcoin. Bitcoin either. Yes, you do, because it's the most secure. It's the only secure database that's ever been invented. No, that's the technology. You fail to understand that it's a new technology that is as profound as the printing press or the electric light bulb. You're comparing it to things that you shouldn't be comparing it to. It makes no sense. You're talking nonsense. Yeah, this is... Okay? Look, it's a brand new breakthrough in technology. Your kids are going to be wondering why their dad didn't see the value. They'll be like, Dad must have been on drugs because he never saw the Look, value. This is a cult of Bitcoin. This is your guru. This is the type of reaction that you're going to get. I mean, you might as well be Sung Young Moon or something. Or, you know, just don't... Прямо рэп-баттл какой-то. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. А также подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого.